Я не понял, а я что, таки буду как с костылем, с этим чемоданом стоять? Извините, не заметил. Вот, вот кабинет вашего мужа, главный режиссер. Очень-очень будет рад вашему приезду. Вы что, нет там? Нет, он там, там. А что это он заперся среди бела дня? Ну, работает, наверное. А работает с кем? У него что, там женщина? Что он заперся? У него женщина? Говори мне, женщина у него? Вы не волнуйтесь, у него там мужчина, мужчина. Сбываются худшие опасения. Значит, он там, у него там мужчина, дверь закрыта. Нет, вы не так поняли, там у него мужчина был. Был, а сейчас женщина. А значит, все-таки женщина. Женщина. Актрисочка там у него, да? Актрисулечка у него, да? Нет, 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 там все в порядке, там ничего такого быть не может, ну точно. Там у него, значит, сначала был мужчина. Да. Вот, а потом пришла женщина. Вот, и они вообще там втроем. Втроем, да. Втроем закрылись, да. Втроем. Да. Втроем. Нет, так, стоп, я все вспомнил. От него, кажется, вообще все ушли. Ну, что там один? Да. В детство впал? Почему? Ну, как-то один и заперся. Да нет, ну, опять не так понял, ну что вы. Я сейчас все сама пойму. Открывай давай! С кем ты там? С кем ты? С кем ты? Художник Роман Тюк-Тюк. С кем вы, мастера культуры?